Здравствуйте! На календаре пятница, это значит, что вас приветствует рубрика «Афиша» и я, Юлия Север. Чем занять себя в эти выходные? Ответ на этот вопрос услышите в ближайшие минуты. 22 августа всех прекрасных дам и джентльменов приглашаем принять участие в фотопроекте «Мотокарнавал». 65 экспонатов из золотого века мотостроения в эту субботу ждут вас на аэродроме «Бобровка». Выбирайте любые наряды по эпохе 30-40-х годов и экспериментируйте с образами, на ваш взгляд, наиболее подходящими под мотоциклы. Провести время в приятной компании, познакомиться с лучшими фотографами Самары и почувствовать себя героями старинных кинолент. Не упустите эту возможность. Для поклонников театрального искусства выходные тоже обещают быть нескучными. 22 августа на сцене Самарской площади комедия «Семейный портрет с посторонним». Сюжет анекдотический. Деревенский завхоз привозит художника из города, чтобы оформить клуб к празднику, и приводит его на постой в семью своей девушки. Из ревности он сочиняет ее простодушным родителям и бабке, что художник психически ненормальный, и с ним надо быть осторожней. Художнику врет, что вся семья побывала в дурдоме. Ситуация разворачивается непредсказуемо для самого выдумщика. Днем позже театр «Самарская площадь» приглашает своих зрителей на спектакль «Олигарх». Московский купец, почетный гражданин, имеющий очень большую власть, начинает сватовство к молоденькой девушке, хорошей фамилии, но сильно обедневшей купеческой семьи. Блеск золота, могущество жениха производит магическое действие на девушку. И вот уже, кажется, забыт молодой и, казалось бы, любимый человек. В спектакле очень много комических сцен. Очень актуально звучит тема продажи «Все и вся за деньги». Эта история будет интересно и полезно каждому. Начало спектакля 18:00. Проведите эти выходные ярко. Мы же будем надеяться, что наша афиша в этом поможет. Всего вам доброго, до новых встреч!